Вместо белых халатов – костюмы и вечерние платья. В зале театра оперы и балета собрались те, кто каждый день спасает жизни других. Повод приятный – день рождения «Альма-Матер». В составе университета сегодня работает 8 образовательных институтов, 72 теоретические и клинические кафедры, где трудится 875 преподавателей. В структуре вуза собственные клиники, уникальные инновационные институты и другие подразделения, которые обеспечивают слаженную работу и достижение поставленных целей. В этом году Самарский государственный медицинский университет отмечает юбилей – 105 лет. Временно исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Самарской области Наталья Катина передала поздравления от губернатора Дмитрия Азарова. Самарский государственный медицинский университет активно участвует в формировании технологического суверенитета страны. В вузе создана особая инновационная инфраструктура. Ученые совершают прорывные открытия, помогая улучшать здоровье и спасать жизни тысяч людей. Невозможно переоценить вклад СамГМУ в подготовку высококвалифицированных кадров для здравоохранения. Выпускники востребованы не только на территории нашего региона, но и по всей стране. Сотрудники университета уверены, будущее медицины в IT-разработках. На выставке представили только малую часть. Это система реабилитации, система телемедицины и дистанционного мониторинга, которая используется в федеральном проекте «Персональные медицинские помощники», и на самом деле множество другого всего. Разработок у нас в каждой сфере все больше и больше становится. Последние 5 лет – это активный скачок. В адрес преподавателей и студентов вуза звучали теплые слова и поздравления. 105 лет – это солидный возраст, однако для университета только начало большого пути. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.